как яблочки наливные, да? Да. Ой, какие мальчишки. Сладкие. Красивые. Люблю. Хорошие. Люблю. Помидорку будешь? Жрачку ты не могу. Еще бы бухнула. Дай бутылочку для тебя. Мальчик, развернись там бутылочку, подай бабушке. Это про то, что едят артисты. Вот вам кажется, артисты едят хорошо. Посмотрите, что подножный корм, товарищи. Ну давай, ладно, да. Попробуем. Скажи мне, оно уже не мычит? Мычит, оно мычит. А, не, пахнет вкусно. Просто пахнет, да. Но выглядит. Так. Это что это? Такое? Смертельный номер, я сначала посмотрю. Саша. Ой, как, ой, блядь, как вкусно, сразу знаю. Так, ребята, шеф-повар, Александр Кристиан, Кристиан. Ой, что? Проходите сюда. Проходите, мой. Вас приветствует город. Не скажу название, хороший городок. Шикарная уютная гостиница. Смелее, смелее. Ну-хау. Разворот. Разворот. Полотенце для ног. Полотенце для этого. Слышишь? Это вот так надо. Это вот так надо. Вот так надо. Можно ваши номера бритвенные станки разбавить? Чтобы ковер не намочить. Вот на что здорово. Девочки, что вам сказать? Хочу вам сказать. Вот сегодня я на приеме у моей Катечки, у моего пластического хирурга, у моей подружки. Я хочу сказать за силу полиэтилена. Вот придумал же кто-то это. Вот приклеил наружу, и все подтянулось, а сразу все красиво, все здорово. Главное перед сном снять, а то утром муж не узнает. Девочки, сила полиэтилена, наша сила. Кефир.